Пеппи, Джо, вы куда? Пап, мы идем гулять. Ладно, у меня есть для вас хорошая новость. Какая, пап, какая? Мне сегодня на работе начальник подошел и сказал: папа свин, ты как наш самый лучший сотрудник, мы решили сделать тебе подарок, тебе и твоей семье. И вот мы решили купить всей твоей семье телефоны. Теперь тебе нужно выбрать, какие телефоны, или Samsung, или iPhone. Я очень обрадовался, и поэтому пришел к вам сказать, вы же лучше разбираетесь в технике. Да, пап, мы лучше разбираемся, и хоть мы с Джо не сошлись в приставках, но тут все однозначно и понятно. Конечно же, мы возьмем айфоны. Какие айфоны, Пеппи? Мы возьмем Samsung. Samsung лучше. Джо, ты что, смеешься? Они же взрываются. Ничего подобного. Samsung лучше. Джо, ну что ты такое говоришь? iPhone всегда был лучше. Поэтому нам нужно взять iPhone. Ладно, дети, идите пока подумайте, а я пойду отдохну. Так, Пеппи, ты понимаешь, что нам нужно взять Samsung? Мы очень много потеряем, если возьмем айфоны. Джо, не вели ерунды. Нам нужно взять айфон, потому что он лучше. Нет, Samsung лучше. Нет, айфон. Samsung. Айфон. Samsung. Айфон. Так, Джо, иди сюда. Получи. Джордж, ты слышал? Да, Пеппи, держи ее! Не трогайте, мне хватило за приставки, не трогайте меня! Ребята, а вы как думаете, что лучше? Samsung, iPhone или китайские телефоны? Напишите в комментариях, нам очень интересно. А теперь...